Всем привет и добро пожаловать на канал Мистер Сайлер. Совсем недавно, в прошлом, буквально или в позапрошлом видео, я вам рассказывал о том, что я начал собирать свою команду киберспортивную по Доте и по КСу. Также я показал свой новый проект, называется он Фиртман, это игровой канал, где у меня публикуются интересные всякие материалы по играм и вообще по прохождениям, по новинкам, по каким-то инсайдам, да и вообще по тематике и все, что связано с играми. Так вот, сегодня я хочу поделиться с вами хорошими новостями. В прошлом видео я открыл набор и сказал, что готов набрать, ну, там, грубо говоря, готов рассмотреть на все позиции, да, то есть в КСе мне нужен капитан, нужно 5 позиций, также я вам сказал, что мне нужно в Доте капитан и еще 5 человек, потому что у нас будет играть шестерка, и шестой позиции у нас будет это какой-то будет, даже может быть, из меди человек, который будет какие-то приколы выдавать, да, ну, ради которого всегда будут смотреть наши игры, ну, и который будет привлекать внимание, то есть помимо меня. То есть, если 2 человека из меди, это очень круто. Так вот, что же вообще в целом произошло буквально за этих, там, сколько там, ну, пару недель, да, пару недель прошло. Что же произошло? Значит, по позициям было пару партий, поиграл с людьми, которые выходили на тройку, на двойку. Ну, все так себе, да, все неудачно. То есть, ну, были моменты, где я, как бы, сказал, ты готов вот эти моменты исправить. Ну, людям, с которыми... Ну, смотрел, как они в целом вообще себя покажут и как проявляют себя. Они сказали, что да, готов, там, нет, не готов. Еще какую-то игру сыграли, посмотрели, ничего не изменилось. Сказал, ну, типа, какой-то смысл нам вообще, ну, над этим работать, да, если ты элементарно этого не можешь исправить. Так вот, в общем, если вкратце, то за прошедшую неделю, две недели, в итоге нашелся капитан. Это уже на самом деле очень огромное достижение, потому что наконец нашли капитана. Капитана именно по Доте. То есть в киберспортивную команду по Доте, не по КСу. По КСу также эта вакансия открыта. Значит, по капитану. Изначально был капитаном я. И планировалось то, что я буду капитаном. И название Фиртман. Так вот, нашел капитана. И сейчас со временем уже я понял, что команда будет называться не Фиртман. Ну, Фиртман она будет в крайнем случае называться. В общем, скорее всего, что-то будет связано с токсичностью. Да, мы решили, потому что это будет более хайповое название. Так вот, нашел капитана, очень хорошего капитана. И теперь, для того, чтобы попасть в нашу команду, я ссылочку оставлю на группу Фиртман, пишите там, там будет отвечать вам капитан, именно капитан команды по Доте. То есть пишите на позицию однерки, двойки, потом пятерка, и вот на шестая позиция. Шестая позиция, это, знаете, это неактивный, да, игрок, но когда он выходит, это должно быть типа вау, то есть это замена, если вдруг кого-то нет, либо... Просто, ну, кто-то понимает, что он не вывезет, а шестерка, допустим, вывезет. Тут человек с шестой позиции выскакивает и делает все как надо. Из вот плохих так. Новостей я, походу, заболел ковидом, и вот такая вот грустная новость пришла, да. Как видите, я выгляжу не очень бородатый, в принципе, да и по глазам видно то, что нехорошо себя чувствую. Так вот, приболел ковидом, поэтому с выпусками так немножко повременилось, и они стали выходить реже. Ну, вроде как более-менее прихожу в себя, вот, сегодня уже начал снимать. Сегодня наша тема видео, это как криптовалюта в целом влияет на игровую индустрию. Что хочу в первую очередь отметить. Есть такая криптовалюта, называется Tron. Это полностью криптовалюта на игровом токене. То есть там, грубо говоря, криптокотики, да? То есть вы там играете в игру, и благодаря вот этому азарту вы зарабатываете эту крипту, там, ну, там двигаетесь как-то. Вот, это значит монета Tron. В целом, как еще на криптовалюту, точнее, как криптовалюта повлияет на игровое сообщество. В целом, еще будет много-много мероприятий, где будет именно совместно проходить. Насколько я знаю, раньше в Киеве уже были такие мероприятия, где именно люди встречались из гейминга, и они общались на тему криптовалют. То есть это была совместная крипто-такая конференция, которая еще и с геймингом связана. Поэтому начало уже дано, и в целом я думаю, что всякие донатские там системы, вот эти, которые есть, там донат-алерцы и прочее, я думаю, что они уже сделают все на криптовалюте, можно будет именно криптовалюты донатить, потому что это очень удобно. И в целом, я думаю, что сейчас будет все переходить на вот именно покупки, какие-то там в играх что-то за крипту. Я не знаю, почему Киберпанк не сделал никакой акцент на криптовалюте. Наверное, потому что у них проблем достаточно. Но если бы они сделали какой-то акцент на криптовалюте, это было бы вообще очень круто. Это им было бы только в плюс. И это бы точно зашло, если бы, допустим, там можно было бы купить Киберпанк за крипту. Прикиньте, как это было бы круто. Так вот, значит, в целом это все начинает смещаться, да, вот эти две индустрии начинают пересекаться потихоньку. И в дальнейшем, я думаю, что они будут вообще уже плотно связаны. То есть уже будут турниры, которые, допустим, по Доте там проходят, International, я думаю, что они, скорее всего, уже будут дальше, возможно, за крипту. Представляете, как круто будет, там, допустим, будет разыгрываться там 20 биткоинов, да, там, за первое место.
то реально круто. То есть я бы за такое потопил, и было бы, конечно, очень круто в том плане, что, прикиньте, современная такая штука, как криптовалюта, попадает в игровую тематику и еще привлекает новый поток, новые инвестиции от этого. Сейчас очень много в криптовалюте всего происходит, и поэтому очень много изменений всяких различных, как в плюс, так и в минус. Но если игровая тематика полностью перейдет на крипту, или хотя бы частично, то это по-любому принесет хорошие инвестиции и хорошую капитализацию крипте. В прошлом ролике я рассказывал о Чатексе, и сегодня хочу опять напомнить. Чатекс – это криптовалютная P2P биржа, которая работает прямо в Telegram уже более 3 лет. Это международная компания, которая уже зарекомендовала себя на рынках Азии и СНГ. Чатекс – прогрессивный и постоянно улучшающийся сервис, который всего за год смог привлечь почти 300 тысяч пользователей. За 2021 год из криптовалютной биржи в мессенджере Чатекс вырос в сервис нового технологического типа с собственной системой мгновенных и бесплатных переводов, мультивалютным кошельком, интегрированной торговой площадки и платежной системой Chatex Pay. Уже в мае Chatex стал кроссплатформенным сервисом и получил собственное мобильное приложение на Android. Chatex отличается своей простотой в использовании. Это бот в Telegram, где регистрация занимает секунды, а сам процесс покупки криптовалюты или ее обмена на карту происходит в несколько кликов. Биржа работает в формате P2P, люди торгуют криптовалютой без посредников, где Chatex выступает платформой и гарантом сделок. Курсы устанавливаются не сервисом, а людьми, которые заинтересованы в продаже или покупке. Грубо говоря, сервис просто сводит между собой покупателя и продавца. В чатах самые лояльные условия на рынке – низкие комиссии на вывод. Вот, допустим, биткоин – это 0,00015 и 0% комиссии на покупку и переводы внутри системы создают почву для выгодных обменов. От всех аналогов и других бирж Chatex отличает человечность и индивидуальный подход. Отзывчивая команда поддержки ответит в течение 15 минут, а разработчики прислушиваются к желаниям пользователей и часто воплощают достойные идеи функциональности Chatex. Ссылочка будет в описании. По поводу своих команд, которые я готовлю, это по Доте и по КС. Я от них, конечно, в первый год вообще ничего не жду. Но не забывайте, что я тоже участник этой команды, играю я в Доте на 4-й позиции, в КС меня нет. Значит, вот, и поэтому, соответственно, на всякие мелкие турниры мы по-любому будем подавать заявки, будем отыгрывать, будем всегда пробовать, да, ну и у нас будет всегда, ну, то есть у нас медийка, да, у нас есть человек из медиа, плюс мы второго ищем из медиа, какого-нибудь блогера, ютубера на 6-ю позицию, и значит, ну, в целом вообще перспективы огромные, то есть за год можно очень круто раскрутиться. Насчет International, я говорю, это, ну, вообще, как бы, ну, туда попасть такое себе, то есть очень тяжело, но, по крайней мере, в нашей стране или, может быть, куда-то там по миру, то есть мы попробуем сунуться. Я думаю, что у нас все получится, потому что, в принципе, уже даже сейчас по Доте есть хорошие результаты. Не только у меня, и у капитана, допустим, тоже, который у нас уже капитан именно в команде по Доте. Поэтому остается теперь только, да, собрать команду, именно отыграть. Вот, сейчас немножко условия поменялись. По поводу приема, когда вы напишите в группу ВК, то там вам ответит капитан, и, скорее всего, проверка у вас уже будет не именно, как вы играете в катки, там, да, там, как себя ведете, а, скорее всего, просто будет мид 1-1. То есть вы с ним будете 1-1, потому что он очень сильный игрок в миду 1-1. И можно, в принципе, на миду выяснить все. То есть что за игрок с тобой, да, что там за позиция с тобой, там другая какая, как играет. Поэтому, кто подает заявки, обязательно приготовьтесь к тому, что будет жестко. То есть не будет такого, что будет как-то легко, да, там, или «ой, попробую». То есть вы сразу себя настраиваете, что будет очень тяжело, и если вы поймете, что в миду вы справились, и, ну, все гун, да, то он вам скажет об этом, сообщит. Возможно, же потребуется еще пару игр, чтобы точно уже убедиться. Так вот, значит, попасть в доту, в принципе, не так сложно, а по КС мы еще пока что не знаем, кто у нас будет капитаном, кто, какие будут участники. То есть мы с этим еще моментом не определились, но поиски идут. Также пишите по КС в группу в игровую Фиртман, ссылочки все будут в описании. И я думаю, что, в принципе, если у вас есть хорошие скиллы, то есть шансы попасть в эти команды и тоже так же идти с нами к успеху. Вот, допустим, тот же Hardplay, это игровой блогер, ну, в свое время был игровым блогером, сейчас, наверное, он уже немножко не игровой. Так вот, у него тоже есть команды Legion, либо, по-моему, Hard Legion, также по Dota, по-моему, по CS, и тоже так же везде двигаются. Поэтому, друзья, все, кто хотел когда-либо туда попасть, да, и уже упустил свою возможность, вот сейчас у вас абсолютно такая же возможность есть. Тоже собирается команда, команда очень сильно формируется. Все шансы есть попасть. Ну вот так вот, в принципе, вся информация, которую я хотел вам рассказать. С вами был мистер Сайлер. Обязательно подпишитесь на канал, кто не подписался, следите за развитием событий. До новых встреч, пока.